Шкільні роки – це 3000 днів. 3000 разів ми прокидались, не додивившись найзвабливіших снів, і йшли знайомою стежкою до школи. Мне кажется, я никогда не забуду, как я пришла в первый класс, и одиннадцатиклассник, который вел меня до школы, спросил: «А ты хочешь школу?» Я, конечно, ответила: «Да, да, хочу». Я действительно шла в школу, как на праздник. Хочется сказати велике дякую нашому першому вчителю Вікторії Олександрівні. Ми справді дуже вдячні вам за те, що ви провели ті 4 роки з нами. Ми були вашим першим класом і справді ми вас дуже любимо. Також дякуємо батькам, які увесь цей час були з нами та допомагали нам у всьому. Взагалі є багато що казати, але я лише хочу подякувати всім вчителям за те, що вони нас підготували до дорослого життя, до самостійного життя. І взагалі всім своїм однокласникам, усім шкільним друзям за те, що нам буде що згадати через багато років. Це 25-та школа. Назавжди в нашому серці. Новое и неизведанное – это всегда страшно. Мне также было страшно, когда я шла в новую школу, в новый коллектив. Я хочу всем сказать большое спасибо за то, что создаете уют в этой школе и отличную атмосферу и комфорт. Сьогодні ми говоримо прощальні слова не тільки успішній вишуканій жінці, але й неперевершеному директору – Осадській Тетяні Леонті. Дякуємо вам за материнську турботу про кожного з нас, за щедрість душі, справедливість та мудрість, за цікаві уроки не тільки літератури, але й життя. Я хочу сказати спасибо большое Тетяні Леонтівні і Ларисі Петровні за те, що прийняли мене, повірили в мене і дали мені можливість розвиватися в цій житті. Хочу сказати спасибо своїм однокласникам, тому що без них я б не стала той, ким я зараз являюсь. Я уверена, що в будущем ми встретимся через много лет и всегда будем вспоминать друг о друге с улыбкой. Я бы действительно хотел бы благодарить вас за те моменты, которые останутся у нас в памяти, за те интересные ситуации, как, например, когда мы убегали со школы, выпрыгивая с окна первого этажа, и вы нас поймали, потом наругали. Из таких впечатлений и складывается жизненный опыт, школьный опыт. Я хочу вам пожелать, чтобы ваши будущие ученики, новое поколение, были такими же веселыми и такими же заинтересованными, чтобы у вас было море впечатлений вместе в вашей школьной жизни, чтобы было куча-куча интересных историй, и вы всегда вспоминали нас и будущее поколение с улыбкой. 11 лет пролетели совсем быстро, но для меня эти 11 лет были прекрасными. Спасибо всем учителям, одноклассникам, особенно по Рамону, за его анекдоты. Наша школа – это очень хороший опыт нашей жизни. Я помню, когда только я пришел в первый класс, на первом же звонке, сразу на первом уроке, я тут же и подрался со своим лучшим, как оказалось, потом в жизни другом. Много было веселого. Но когда я перешел в нашу школу, 125-ю, я понял, что именно она дала мне именно то, чего мне не хватало в моей прошлой. В общем, спасибо 125-й школе, она самая лучшая школа из всех тех, что я учился. Спасибо вам большое. Очень скоро у нас настанет новая жизнь, и я желаю, чтобы у всех получилось то, что они задумали, и в будущем будет еще интереснее. Да, будет сложнее, но нужно это пережить, чтобы вы были счастливы. Хочу сказать спасибо всем учителям, всем вообще работникам школьным за бесценный опыт общения, за те знания, которые мне они давали, за хорошие ко мне отношения. Большое всем спасибо. Спасибо моим одноклассникам, которые поддерживали меня в трудные моменты. Я очень рада, что эти 11 лет я провела вместе с открытыми, искренними и очень дружелюбными людьми. Я рада, что именно с ними я путешествовала по Украине и выступала на школьной сцене. Я рада, что на протяжении всех школьных лет Аня Дробышева и Лера Иващенко поддерживали все мои безумные идеи. Я очень рада, что именно в школе я приобрела таких хороших друзей. К сожалению, я только сейчас начинаю понимать, как сильно я не хочу выпускаться со школы. Не зря говорят, только когда теряешь, начинаешь ценить. И очень рада, что эти 11 лет меня сопровождали мои любимые друзья. Девчонки, я очень надеюсь, что наша бизнес-идея осуществится, и мы с вами будем дружить очень-очень много лет. Я хотела бы сказать спасибо моим одноклассникам, Вике, которая пела со мной, Алине, которая делилась со мной школьную парту, Антон, истории которого веселили нас и так раздражали учителей.
Никита, который устраивает митинги, Лера, которая золотая медалистка, которая помогает всем нам. Я желаю каждому из вас добиться всего, чего вы только хотите. Школа навчила мене бути сильною та самостійною. В нашому житті є люди, які не будуть обговорювати за спинами кожен твій рух та дії, які підтримують в будь-який час. Дякую моєму сусіду за те, що останні шкільні роки він мотивував мене та радував зовсім невеселі для нас моменти. Жаль, но я так і не успів стати самим лучшим учеником 125-ї школи. Но 125-я школа стала для мене лучшою. Я думаю, що ці 11 років моєї житті я запам'ятаю на всю життя. И буду действительно с теплом вспоминать все ситуации всех учителей и своих одноклассников. Насчет одноклассников, ну так как я знаю, что вы будете это пересматривать, потом хочу просто сказать, что надеюсь, что у вас все получилось, что я в вас верю, я верю, что я училась талантливыми и умными людьми, вот, ну поэтому как бы у вас все получится. Только сейчас, когда пришло время сказать прощай школе, самому лучшему воспоминанию детства, мне на ум приходят мысли, что все это складывалось по маленьким эпизодикам в большой, просто огромный пазл под названием «Наша жизнь». Это все мои друзья, мои учителя, мое окружение. Все они поддерживали меня эти 7 лет, и я никогда это не забуду. Я хочу сказать спасибо нашим учителям за выдержку, терпение и хороший аттестат. Спасибо Тамиле Васильевне за понимание нас, таких непростых и разных, за то, что всегда была рядом, за то, что влюбила нас в английский язык, с которым я собираюсь связать свою жизнь. Спасибо большое Наталье Николаевне за то, что научила любить литературу и наглядно показала, что такое толерантность и уважение к чужому мнению. Я надеюсь, что у вас все сложится хорошо. Спасибо вам за эти 11 лет. Шановні вчителі, завдяки вашій витримці, доброті, ми йдемо у майбутнє освіченими людьми. Я би хотіла поблагодарити всіх учителів за те, що вони були з нами все це час. І, несмотря на те, що ми іноді вели себе неподобаючим образом, вони все одно були з нами і підтримували. Як би там не було, школа все одно є для нас вторим домом. Особенно я хочу сказать спасибо большое Владимиру Леонтьевичу. Я обещаю вам, что стану великой актрисой и буду озвучивать не только скрип дверей, но и буду играть большие роли. Многие из нас, наверное, просыпаясь утром, говорили маме, что у нас болит голова или живот, надежда на то, что она не пустит в школу. И если так случалось, это было настоящим праздником. Но с возрастом понимаешь, что праздник был совсем не в этом, а именно в школьной жизни. И, наверное, сейчас в 11 классе, когда у нас остался сколько месяцев до конца учебы, мы ценим каждый урок, потому что такого периода в жизни у нас больше никогда не повторится. Дорогие учителя, желаю вам, чтобы все следующие дети были спокойнее, чем мы, и чтобы вы вместе с нами вспоминали этих 11 ярких лет жизни. Я хочу обратиться к нашей самой любимой учительнице, Ларисе Петровне. Спасибо вам, Лариса Петровна, за эти 6 лет, проведенных с вами. Я обращаюсь к вам, как к своей второй маме. За это время я полюбил вас действительно душой, сердцем. Спасибо вам за все. Вы стали для меня другом, помощником, учителем. Вы всегда нас защищали, никогда не давали нас в обиду. Я буду всегда вас помнить и буду всегда вспоминать. Спасибо вам огромное. Для меня самым любимым и самым лучшим учителем остается есть Танила Васильевна, которая всегда нас поддерживала, чтобы мы не чудили, чтобы мы не творили. Всегда была нам второй мамой, которая научила нас любить, поддерживать друг друга, сплотила нас. 205-й кабинет для каждого ученика 11 класса – это прямо как не просто место отдыха, а место, где ты можешь оставить все свои проблемы. Вот ты, попадая туда, забываешь о всем, что происходит вокруг тебя. Ты окунаешься в неимоверно теплую атмосферу. В атмосферу любви и добра, материнского тепла. Это правда так. Поэтому спасибо вам огромное, Тамила Васильевна. Просто чистое человеческое спасибо. Я никогда, наверное, не смогу передать словами, какой вклад вы сделали в мою жизнь. Прежде всего, это то, что вы научили меня любить. Именно любить. Просто спасибо. Мне очень грустно осознавать, что уже в следующем году мы не увидимся, мы не сядем за одну парту, не сможем посидеть на переменке, обсудить кого-то. Поэтому я хочу даже от себя пожелать всем, чтобы действительно мы не переставали общаться и через несколько лет встретились и были так же рады друг друга видеть.
слышать. И я не говорю прощай, я говорю до свидания. До скорых встреч.